Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Многие мне, кстати говоря, писали о том, что почему я перестала снимать продуктовые покупки. И я решила вернуть эту рубрику на мой канал. Если же в этот раз все зайдет, то я буду продолжать снимать такие видео. Если же нет, то думаю, что опять походу я перестану. Ну и кому интересна данная тема, кто ждал этого видео, то приглашаю вас всех к просмотру. Сегодня я решила приготовить окрошку. У нас на улице такая просто жара, вы себе даже не представляете. Вот, и поэтому решила, что надо приготовить что-то такое холодненькое, освежающее, поэтому у нас будет окрошка. И для нее я приобрела вот такие вот огурцы от марки Долина Овощей. Стоили они 53,99, ну, грубо говоря, 54 рубля. Если округлить. Огурцы эти очень вкусные, они как и в салате, и как самостоятельный продукт, хрустящие, прям вот мне они очень даже нравятся. Также для окрошки взяла вот такую петрушку, стоила она 21,99. Также лук зеленый 42,99. Укроп 21,99. Редис красный, свежий, он уже стоил 55,99. Также на окрошку я взяла вот такую колбасу вареную докторскую от марки Tower. За вот такой вот кусочек 500 грамм я отдала 243 рубля 59 копеек. Также вот такой взяла майонез оливковый от марки Слобода. Стоил он 39,99. Мы его в основном почти что не едим, этот майонез. Здесь вот такой вот я взяла маленький объем 230 миллилитров. Ну, нам он чисто, знаете, так вот на салат. Вот как раз таки тоже еще хочу сделать салатик на днях, и поэтому взяла майонез. А для салатика я взяла кукурузу, фасоль красную и горошек. Кукуруза стоила 34 рубля 49 копеек, фасоль 25,99 и горошек 21,99. Также для окрошки я взяла вот такую баночку большую кубанской буренки, сметана из свежих сливок 20%. Стоила она 64 рубля 99 копеек. Я не покупаю сыворотку на окрошку, я вот делаю на сметане. А здесь вот у нас 300 грамм, вот такой вот объем. Также я взяла вот такую соль, это соль экстра, йодированная. Стоила она 44 рубля 9 копеек. Вот такая вот очень удобная у нее упаковочка, удобно будет ее насыпать. Так что тоже будем ее использовать. Ну и сейчас будет немножко неполезностей. Покажу вам вот такую вот эпику. Насколько я поняла, они увеличили ее объем. Теперь он 190 грамм. Это малина и лимон, новая эпика. Я вообще пробовала все, а вот эту вот вижу только впервые. В общем, такая вот эпика йогурт. Стоила она 57 рублей 99 копеек. Также два вот таких вот тука я взяла. Этот мы уже пробовали с крабом, он очень вкусный. И второй это с пиццей. Ну, это когда будем смотреть какой-нибудь фильм, сериальчик, когда хочется чего-то погрызть, то вот у нас будут такие вот крекеры на этот случай. 32 рубля 49 копеек стоила каждая упаковочка. Вряд ли кто-то знает, но я являюсь фанаткой Марвела, и получается, проходила какая-то акция в Пятерочке сегодня. Вот такие вот киндеры, лично вот у нас в городе, вот такие вот киндеры стоили 39 рублей 99 копеек. Вообще эти яйца стоят рублей 80, почти там, да, под 100. Вот, ну, решила, что возьму. Шоколад очень вкусный, и также вот собираю вот эти вот всякие фигурки из Марвела. Ну, мало кто, конечно, меня поймет, но вот своего рода коллекционирование. Возможно, потом подарю это все своему племяннику, все эти игрушки, потому что, ну, я-то эмиграция явно не буду, просто так для красоты, ради интереса покупаю.
Девчонки, ну вот и все мои покупки. Чек составил 840 рублей 94 копейки. Особо-то ничего такого я и не взяла. Вроде как все старалась брать дешевое. Ну, только у меня йогурт и сметана. Так, дороговато вышли. Вот, девчонки, кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если такая рубрика зайдет, я буду продолжать снимать и дальше такие видео. Это, конечно, не такая большая закупка, мы с молодым человеком пойдем вечером покупать такие там основные продукты, мясо, там картошку, я просто не стала все это на себе тащить. Так что, кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения, отличного дня и всем пока-пока!